А к бизнесменам вы как относитесь, как к классу? Я как класс очень положительно отношусь. Угу. И очень их уважаю, и вообще, как сказать, и испытываю даже некий пиетет. Человек, угу. который вот в этом соображает и сам зарабатывает сам большие деньги, это очень достойно. Угу. Ну и честно, естественно. Угу. То есть нормальному честному бизнесу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».